вспомню сейчас, то Тенгиза Аджбай играл и выиграл. Ну, это был, по-моему, не такой уж серьезный турнир, но то, что помню, это был Тенгиза Кей. Для меня важно было, чтобы он выполнял мои удары, выдерживал мои удары. Ну, я как бы в тот момент особо не разбирался. Я как бы начало моей карьеры, я играл, как бы я считаю, что я особо не разбирался в тот момент. И как бы то, что на руке легло, я и выбрал тот кей. Даже не под заказ это был кей. Этот кей просто принесли, показали мне, я посмотрел, ударил. Вроде хорошо било. В тот момент я был, как сказать, ну, я чужие больше играл и как не отыгрывался ни свои кии, ничего. И как бы он лег, и я взял его к себе. Это был цельный кий, и я очень давно играл, лет 5 играл этим кием. И после этого цельного кия я не мог себе подобрать кий. Я в первую очередь рассматривал длину кия, вес, баланс. Я начал разбираться, наклейку начал подбирать под каждый кий, как бы, чтобы было понимание кия с наклейкой, чтобы они соответствовали друг другу. Запилы, я понял, что напряженные запилы. Ну, и классика, но тоже 1-2 вида классики. Не все они хорошие, а по дереву эбен, орех, ну, которые самые такие жесткие, которые не кривятся и как бы более стабильные. На данный момент играю легендой Тюльпан 2. Я попробовал этот кий в первый раз у Сергея Крыжановского. Попробовал у него кий взять, постучать, как раз здесь на турнире. Мне он очень понравился. По крайней мере, еще это не по моим параметрам был у него кий. Я постучал, и мне очень понравилось. И я подошел к Сергею и договорились, чтобы сделали мой кий. Игровые качества, не знаю, я такой амарант не встречал. Ну, я бил амарантом, это же дерево из амаранта. Ну, такого не встречал. Они все такие, как бы, не такие уж получались игровые, но этот просто какой-то другой. Мне понравилось, как он чужие бьет. Он бьет, и ну, на любой оттяжке бьешь через всю поляну, а оно не вибрирует, то есть выдерживает удар любой. На такой сильной оттяжке очень мало киев, которые выдерживают такой удар. Последнюю корону я выиграл этим кием. И причем выиграл уверенно, спокойно, без нервов. Я думаю, в первую очередь надо им самим разобраться, какой им ким нужен. Ну, я имею в виду по росту, по весу, баланс, надо разобраться в этом и заказать по своим параметрам. И пробовать играть, если где-то уже что-то не так, подбирать, искать новый кий.